Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь». Очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре – Бельгия против Канады. Разбираем две эти сборные. Бельгия заняла первое место в отборочной группе УЕФА, европейского отбора к чемпионату мира, и прошла на групповую стадию автоматически. Сборная Канады прошла с самых низов отбора в Северной Америке, прошла и первый раунд, и второй, и третий. В третьем раунде среди лучших уже североамериканских команд заняла первое место, разделила первое место с сборной Мексикой, но вот по лучшей разнице мячей заняла единолично вот первое место и прошла на групповую стадию, ну, так же, как и мексиканцы. И вот мы видим по первым минутам насела сборная Канады на ворота сборной Бельгии. И только вот благодаря Тибо Куртуа Канада не забила. И вот хороший удар от Ромелу Лукаку в перекладину. Смотрим дальше. Отличные атаки проводит и Бельгия. Но вот первый тайм заканчивается в ничью 0-0. Ну вот. Будем наблюдать за командами во втором тайме. Ждем забитых мячей. Отличный проход и забивает Осорио. 68-я минута. Канада выходит вперед. Ну вот, казалось бы, сборная Бельгии, то поколение, которое уже заканчивается. Это вот популярное на сегодняшний день поколение бельгийцев. Возрастные центральные защитники, как вот Вертонген и Алдервельд. Есть, конечно, личности интересные, но все-таки Канада забивает второй и устанавливает окончательный счет. На этом все, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.